На конкурсе читают стихи. Физико-математическая школа, номер 32, второй класс. Эдуард Успенский, бабушка и внучек. Вился сумрак голубой в парусах фрегата. Собирала на разбой бабушка пирата. Пистолеты уложила, и для золота мешок. А еще, конечно, мыло, зубной порошок. Ложка здесь, чашка здесь, чистая рубашка есть. Вот мушкет пристреленный, вот бочонок рома. Он такой рассеянный, все оставит дома. Старенькая бабушка, седая голова, говорила бабушка ласковые слова. Дорогой кормилец наш, сокол одноглазый, ты смотри на абордаж, попусту не лазай. Без нужды не посещай злачные притоны. Для сирот не обижай, береги патроны. Без закуски ром не пей, очень вредно это. И всегда ходи с бубей, если хода нету. Серебро клади в сундук, золото в подушку. Но на этом месте, внук,